Всем привет! Microsoft опубликовал список игр для Xbox Series X, которые будут специально оптимизированы. Это 120 кадров в секунду, это специальный рейтрейсинг и так далее и тому подобное. Ну что ж, проекты изначально разработаны с учетом возможностей новой консоли, либо полностью переработаны с теми же целями, получат специальный значок Optimize for Xbox Series X. Ну вот такой вот. И вчера Microsoft поделились списком таких игр: Assassin's Creed Valhalla, Bright Memory Infinite, значит, Call of the Sea, Chivalry 2, Horus, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Dirt, FIFA 21, Gears 5, Halo Infinite, Hitman 3, Madden NFL 21, Marvel's Avengers, Outriders, Scarlet Nexus, Scorn, Second Extinction, The Ascent, The Medium, Vampire, The Masquerade, Masquerade Bloodness 2 и Yakuza Lion and Dragon. Соответственно, есть у нас еще и ролик, давайте его посмотрим. И вначале я записывал данный ролик, и у меня GeForce Experience, поэтому не записал его, потому что был чуть-чуть увеличенный экран. Я еще не знаю, что-нибудь надо делать, чтобы запись не прекратилась. Потому что GeForce Experience в последнее время ведет себя немного странно. Все очень классно, 120 кадров в секунду, Ray Tracing. Новая игра, Next Gen Ray Tracing. Выглядит все очень круто, и я надеюсь, GeForce Experience не поломает этот ролик. Всего доброго, всем пока, до свидания.